Анализ совершенных краж на территории города Пинска показывает, что за 4 месяца 2018 года ситуация, связанная с совершением данного вида преступления, несколько стабилизировалась. Значит, за 4 месяца текущего года всего было совершено 48 краж. Что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается тенденция снижения. В прошлом году было совершено 81 кража, то есть снижение на 47%. В Пинске уменьшилось количество краж из жилищ с 29 до 18, но в то же время увеличилось количество краж мобильных телефонов. По-прежнему актуальны кражи велосипедов. Совершено 7, раскрыто 4. И кражи из автомобилей. Совершено 9 правонарушений, тогда как раскрыто только одно. Анализ показал, что в Пинске чаще всего воруют во вторник и среду в вечернее время с 19 до 22.00. Раскрываемость составила 56,3%, то есть 27 краж от общего числа. Значит, хотелось бы остановиться на том, что 28 краж из 48 было совершено путем свободного доступа, что составляет больше половины всех совершенных краж. За минувшие 4 месяца, дабы минимизировать число краж в городе, сотрудниками Пинского ГУВД внесено 278 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению подобного вида правонарушений. Что касается лиц, совершивших данный вид преступления, значит, 23 кражи совершено лицами, не работающими или не учащимися, 14 лиц, имеющими судимость. Одна кража была совершена несовершеннолетним, и 15 краж было совершено в состоянии алкогольного опьянения. И так, для интереса, женщинами или при их соучастии было совершено 10 краж. Анализ суточных сводок показывает, что количество так называемых квалифицированных краж, когда вор специально готовится к преступлению, отслеживает ситуацию или жертву, использует для своих целей специальный технический арсенал, незначительно. Основной причиной совершения подобных правонарушений все же в первую очередь является беспечное отношение собственников имущества к его сохранности. В связи с чем правоохранители призывают граждан быть более бдительными и лучше следить за своими личными вещами.